Привет! Вот приехали из отеля. Живем в Эмиратах и были в Дубае в отеле. Приехали в свой Эмират Абу-Даби. Сейчас покажу, что мы в отеле взяли. Шампуни здесь не будет, шампуни были не очень. Смотрите, что мы вкусного, съедобного взяли. Джемы здесь дорогие. Сколько я здесь живу и работаю. Хотелось бы иметь вкусный бутерброд с утра с джемом. Сейчас будем раскладывать. Кстати, интересно, мы так каждый день чуть-чуть приносили. Вот сколько вообще их будет. Так, что-то у нас здесь считают блюберри, так, голубика, чечерника, малинка. И только малинку мы в конце нашли. Есть также клубничка, да? Но я клубнику не очень. Наташе оставлю. Так, что вот это? Нет. Куда я все вытаскиваю? Так, что-то здесь еще. Ну, чаев, понятное дело, тоже брали. Что здесь много даже. Тут даже и не посортирую. Ого! Так, ой, вот я медик ела с утра, а джем просто брала. Ёлки-палки, смотрите, что-то я смотрю, что здесь уже надо так вытаскивать. Ого, не, шут, ого, не, серьезно, я не знала, что мы столько взяли. Каждое утро кулечек какой-то, так, кулечек мне нужен. Слушай, а представляешь, кулечки, это мы... вкусные круассаны, вы... ёлки, так, народ. Мы же брали, в принципе, как люди, да, ну, как взяли... братья кушать, да? И мы просто его не ели. По две штучки, две чая, два кофе и не ели. Были в отеле 10 дней. Так, это мы не брали, это мы нас угостили. Так, ёлки-палки. Ну, чай тоже классный просто. Чай такой, есть, конечно, у нас со Шри-Ланки. Заваривать просто когда облом или на работе. Раз, Earl Grey, кстати, классный. Брекфаст взяли. Этот я не очень люблю, ну ладно, на шарик можно и взять. Кофе вот такой, ну, Нескафе тоже на работе, когда нет времени. А этот с сахаром я не очень люблю, как его. Макофе называется, да? Так, ну давайте уж посмотрим, сколько. Вы, наверное, там мне уже хейта понаписывали. Ну ничего. Типа, хейт не пахнет, все нормально. Ох, ох, а так это Наташа себе брала. Это для чего? Для желудка хороший. Да просто мятный я люблю. Просто. А там еще какой-то был персиковый вроде бы, нет? Не, не видела вообще. Я брала. Я бы взяла персиковый. Ты, наверное, выпила, может, не знаю. Нет, я хотела попробовать его. Сейчас мы еще подсчитаем, что вообще так. Народ, там пишите комменты, хейтите, лайкайте. Самые там. А что вы берете, да, что из вы отелей? Берете? Не, мы когда вот хороший шампунь. Вот персик есть один. Ну, прикольно. Два было. Ну, я взяла попробовать, сейчас. И времени я не было попить, поэтому кидаю. Я боюсь, чтобы он на желудок, знаешь, такой не было. Поэтому... А, вот, кофе чуть-чуть, потому что такой кофе тоже жестковый. А вон, смотри, вот под этой. Ну, под... сейчас, подожди, все, я хочу, чтобы мы подсчитали это, чтобы вообще посмешить. Перевели людей в килограммы, да? И насколько отбили поездку? Слушай, я не знала, что мы... Мне казалось, я вообще две штучки этих брала. Может, ты их брала, я не знаю. Так, так уже близимся к концу. Так. Ну, литровая банка варенья не получится, да? Не, не получится, нет, но это все равно классно. Ну, вообще, как бы... Молодому здоровому организму на три бутерброда. Ну, так один джемчик покушал, и все. Чуть-чуть энергии есть, больше не надо. Вот два персика. Так, и так как это, с утра смотрю синему, вечером считаю убытки, да? Так, давай, сколько вот этих сейчас. Я уже так красиво раскладывать не буду, а то что-то я не ожидала. Ты ожидала, что у нас столько будет? Нет. То есть это вообще, я говорю, я и видео-то не хотела бы снимать, так для Дзена посмеяться просто. Ну, реально. Ой-ой-ой. Ну, ты апельсиновый хотела взять. Так, клубника у нас. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Очень круто все. Так, а, у меня только один. Наверное, я еще... Я ты брала, кушала, я брала, помнишь? Сухие. Так, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, четыре, шесть, восемь клубничек, три малинки. Причем их только вот... Ты обнаружила их сегодня только, да? Так, дальше. Раз, два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать апельсинок. И два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать и блюберри. Вон апельсинка. Один медик. А, о, один медик. Кофейков немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это мне вообще на пару месяцев. Дальше персика два, ты сказала, да? Один. Второй где-то был. English такой, неплохой такой. Пять взяли. Алаказай, ну, он самый из них такой дешевенький. Я даже такой покупала когда-то. Два, четыре, семь пачечек. Что у нас тут с Дилмаком? Вот Earl Grey классный. Раз, два, три. Как карты раздаю. Так, кто-то туда кинет. Четыре, пять, шесть. Двух очков получится. Семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Сейчас реально очко будет. 18. Все, два персика. А тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
11, 12, 13, 14. А вот. 15. Все. Ту забито. Как мой народ? Так ничего, так вывезли из отеля за 10 дней. Смотрите канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Там тоже много про Дубай. Тоже мой канал. Подписывайтесь, дзен. Хейтите, ставьте лайки. Пишите нормальные комменты. Будет интересно. Всем бобра.